17 мая на спортивной площадке улицы Демьяна Бедного, 42, состоялся турнир по мини-футболу среди дворовых команд. В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая волна» дворовые команды приняли участие в уборке данной спортивной площадки. В этот день было заявлено 6 команд, они были разделены на 2 группы по возрастным категориям. Старшая группа «Русич», микрорайон Мичурина, «Тимирязева», сборная «Тимирязева», «Феникс», микрорайон Кучиха. Младшая группа «Меркурий», микрорайон Мичурина, «Форсаж», сборная «Возрождение», «Торнадо», микрорайон Мичурина. По итогам турнира места в младшей группе распределились следующим образом. Первое место «Меркурий», второе «Форсаж», третье «Торнадо». Итоги старшей группы: «Русич» первое место, «Тимирязева» второе, «Феникс» третье. 18 мая на городском стадионе состоялась домашняя игра по футболу между командами «Фурманов» и футбольным клубом «Шуя Эггер». Матч закончился победой гостей из «Шуи» со счетом 2-0. 19 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе завершился третий день открытого первенства по баскетболу Фурманского района. Результаты игр следующие: Вичуга Приволжск 102-35, Вичуга Фурманов 100-39. Следующая игра состоится 24 мая между командами Фурманов и Приволжск, начало в 20 часов.